Ну что, настал май месяц. Мы отправились в наш весенний лес. И за то время, пока нас не было, лес еще больше преобразился. Он стал таким зеленым, как летом. Сейчас действительно уже здесь как летом. Клены распустились, белолистки тоже распушились уже. Птиц вообще стало просто немерено. Вот летают даже рядышком, пока я стою. Ну что, ребят, межсезонье, как говорится. Весенние грибы постепенно отходят. Сморчок, скорее всего, сегодня будет уже редким гостем в нашей корзинке. Лес меняется. Переходит уже постепенно на более летний период. А это значит, что скоро у нас будут маслята в сосновых лесах. Но опять-таки, если будет дождь, осадков практически не было. Леса сухие. Сейчас первые числа мая. Что мы будем смотреть? Мы рассматриваем лиственные леса на наличие трутовика серно-желтого. Сейчас начинается именно его время. Ну что, готовы сегодня погулять? Отправимся на поиски и посмотрим, что же приготовил нам весенний лес, майский лес. Поехали! Наша первая находка по заходу в лес – это трутовик серно-желтый. Смотрите, какие молодые экземпляры. Вот один, второй. Третий в дупле, еще с обратной стороны ствола. Кстати, дерево белолистка. Такие вот экземпляры. Давайте попробуем их срезать. Вот этот просто сочный экземпляр. Слышите, как трещит. Вот это класс. Гриб очень ароматный, сочный. В народе его называют сокращенно ТСЖ. Трутовик серно-желтый. Растет на лиственных деревьях преимущественно. И вот в этом возрасте, пока он вот такой вот сочный, воздушный, как зефир, он съедобен. Он прям врос в дерево, но очень мягкий, с него прям сочится вода. Прям вкусный, я прям чувствую даже. Тяжелый весьма. Еще? Да, еще давай. Ножик давай. Срезать будем? Ну да, если уже достанем. Страшно, там кто-нибудь живет. Если... Ну да, глубокое дупло прям в дереве. Попробуй срезать. Ой. Ой. Тихо, лбом. Ой, ой. Трухлявый. Сейчас. Вот эта часть только. О, хороший. Классно. Надо там посмотреть еще, но маленькие. И маленькие, ну классно. Они еще вырастут. Да, там оставила маленькие, пусть растут. Увидели просто собочный один ТСЖ, вон второй, и вот там огромный третий по стволу. Вот, вот смотрите, вот, вот и вот. Вот это да. Смотрите, какие они наимягчайшие просто. Как тесто воздушное. Вот это вот первый получается. Вот второй. Смотрите, какой он многоярусный просто. Шикарный экземпляр. Thank you.
получилось у нас. Полная корзинка, тяжелая. Здесь ТСЖ только зарождается. А вот этот покрупнее экземпляр мы можем уже срезать. Он такой же мягкий, сочный. Мы его сейчас заберем с собой. Он прям, видите, разрушает кору, древесину. И лезет. Вот такой мягкий экземпляр, как зефир, нужно брать. Вот эта находка сегодня, да, ребят, впечатляет. Запах просто божественный. Трутовик серно-желтый. Съедобный пока вот в таком молодом возрасте. Я даже не знаю, во что мы его сегодня возьмем. Но есть пакеты. Сейчас мы его будем срезать в пакет. И это еще не все. Вот здесь, с другой стороны, еще один гриб. И вот этот вот, второй, с этой стороны. Вот такие малыши мы брать не будем, мы пока оставим. Но они очень сочные, молоденькие прям. Ой, его так и не отрезать, да. Просто. Может, по кусочкам? Наверное, по не, кусочкам. Ну хочется же целый, да, срезать. Мы сейчас попробуем. Вот. У нас... О! О! Вот это даже просто супер. Вот это размеры. Покрути его со всех сторон. Молоденький. Покажи нашим подписчикам. Беленький. Повыше. Он невероятно сочный, мягкий. Сколько по весу, как ты думаешь? Мне кажется, килограмма три. Килограмма три. Ну, если убрать еще коряшку, вот эту вот, надо посрезать. Это цветочек. Ну да. Прям... Да, класс. Поздравляю. Спасибо. Смотрите, в каких зарослях крапивы мы нашли. Он прям в рост дерева. Трутовичок серно-желтый. Сегодня просто в изобилии его. Хрустит? Хрустит, хрустяшка. Это получается здесь на стволе один, и сколько их получается еще? Раз, два, три, еще четыре. Четыре. Здесь мы будем его выпускать на котлеты. Минут 10 проваренный ТСЖ в подсольной воде. Пускается на фарш, в мясорубку, вместе с курицей можно. Можно со свининой, кому как больше нравится. Можно даже без мяса. Такой вегетарианский вариант. И сделать из него котлетки. Будет очень даже вкусно. Сегодня у нас ТСЖ-ная охота. Трутовичная. Смотрите, какое мы нашли огромное дерево. Это белолистка. А вот это вот огромный ТСЖ, который я не знаю, как мы будем его доставать, потому что высоковато. Ну, попробуем его сейчас срезать. Это все трутовик серно-желтый. Но он здесь не один. Конечно, за высокими, за вот этими экземплярами мы не залезем. Вот смотрите. Вот один, вот второй, а вот там вот, вот еще один. Попробуем его приблизить, посмотреть. Вот видите, сколько их там. Конечно, мы туда уже не залезем. Мы возьмем то, что снизу. Вот это точно мы заберем. И тут еще с обратной стороны маленький. Этот мы тоже сможем достать. Сейчас мы срежем этого гиганта. Целиком не получится, поэтому будем срезать по частям. Он очень свежий и сочный. Будем пока класть сюда. Да, просто хрустит. И с него просто сочится сок. Это наисвежайший гриб. Его даже можно будет сегодня не только пустить на котлеты, а замариновать по баночкам, как обычные грибы. По обычному рецепту, даже можно по рецепту опят. Можно сделать по-корейски, если я все-таки его срежу. С него просто капает вода. Повиси на нем. Мы будем его просто сейчас ломать. Вот так, да. Нет, надо надрезать его сверху. Надрежь сверху. Нет, слышь? Блин, это вода капает с него. Надрежь сверху. Или давай я надрежу тебе. Давай. А ты вот этого.
тихо. Грибы не забирай. Нет. Слушай, сколько молодухи. Да, вода. Птички нас поздравляют с уловом. Птички его все равно не едят. Нифига. Ну, может, вот так делить на куски и резать прям посерединку, как тортик. Ребята, берите с собой топор в лес. Это не только защита, но еще и способ добывания грибов, конечно. Вот. Вау, какой торт! Смотрите, какой срез. Обалдеть. Вообще, видите, с него прям капает вода. Пахнет божественно, грибной запах такой. И очень, очень тяжелый. Вот это мы сегодня погребачили. Надо было брать мешок. Тут один кусок уже килограмма на 3 идет. Сколько молодых? Может, оставим этих молодых? Пусть растут. Да, молодые можно оставить. ТСЖ может еще расти у нас до июня. То есть в июне тоже можно собирать эти грибы, они будут еще молодыми и сочными. После уже гриб стареет, превращается в деревянный, и в пищу он уже больше не пригоден. Период его плодоношения идет, начиная с мая месяца, даже может и раньше в некоторых регионах. В нашем регионе тепло, в более северных регионах это июнь месяц. А вот здесь вот, с другой стороны дерева еще мы обнаружили. Вот эти грибы мы сможем достать и забрать. Вот такая вот у нас получилась кучка. Теперь мы будем придумывать, в чем мы это все понесем к машине.